Касательно принципа работы винтовки Мосина. Вот у нас есть ствольная коробка. Внутри ствольная коробка выглядит вот так. Вот здесь, соответственно, место для патрона, то есть 5 патронов вот так заряжаются в магазин. Здесь находятся два выступа. Каждый из этих выступов отвечает один за мягкий спуск, второй за спуск именно за накол капсуля боевой пружиной. То есть мы вставляем 5 патронов внутрь. Вот у нас есть затвор. Вот мы, собственно говоря, если еще поставлю, это мягкий спуск. Вот мы открываем затвор, вставляем 5 патронов внутрь, заталкиваем последний 5-й патрон в ствольную коробку внутрь, закрываем затвор. Винтовка Мосина взведена. Внутри взведена боевая пружина. Вот этим действием мы боевую пружину взвели. То есть вот очень легко это сейчас происходит, потому что боевая пружина взведена. Если я нажму на спуск, мы спустили боевую пружину, а сейчас это туговато, потому что мы заново его взводим. В чем принцип основной работы винтовки Мосина? Это винтовка с продольной скользящим затвором. Дело в том, что используется в конструкции очень такая любопытная, необычная фигня. Это отсечка-отражатель, идея Мосина. В чем суть отсечки-отражателя? Дело в том, что на остальных винтовках использовались достаточно громоздкие системы экстракции гильз. Мосин же придумал достаточно изящный, любопытный вариант, состоящий всего из двух деталей. Отсечка-отражатель состоит из двух деталей. Видно, правда, здесь только одну, вторая служит для крепления самой отсечки, самого отражателя, извиняюсь. Когда у нас произошел выстрел, мы затвор оттянули назад. Гильза находится вот здесь, движется вместе с затвором и попадает на отсечку-отражатель. За счет того, что на гильзе находится закраина, она зацепляется за отражатель вот здесь и экстрагируется вот так в сторону. То есть, в отличие от систем громоздкой экстракции гильз, которая была на немецких винтовках, Мосин просто решил добавить не винтовки систему по удалению гильзы стрелянной, а самому патрону добавить закраины, чтобы он был, мог совмещаться с этой винтовкой и мог спокойно экстрагироваться. То есть вполне себе такой любопытный вариант. Несмотря на то, что это делает патрон с закраиной достаточно уникальным патроном в своем калибре.